такой разговор общения, а чего там сигареты? Серега там частенько смотрел, не знаю, как смотрит. Как он ярок был воином викинга, правившим Норвегии в 1975-1995 годах. Он получил титул Хака Могущественный, поэтому Netflix сделал его чернокожей женщиной в сериале «Викинги». А, ну нормально все, да? Как это, блядь, по летописям. Ну да, потому что это как в ГУЛАГе негры там. Да. Ну, Толкин негр, блядь, Властелин колец. Ну это пизда, блядь. Знаешь, какой прикол? Эти информации останется и потом просто будут приглашать. Да нет, мы правильно, а вот те неправильно. Хочешь талу водичку? Нет. У нас, говорит, типа по-настоящему, а у них обманщики. Вот в каком мы забавном будущем живем. Ебанутом чуть-чуть. Это как бы один из вариантов этого постапокалипсиса. Информационного. Здравствуйте, я руководитель компании «Его кладем на асфальт». Значит, то, что хотелось сказать в первую очередь. Во вторую очередь, из городского бюджета, значит, было выделено 2 миллиарда рублей на строительство дорог. И мы уже с утра с Виктором Геннадьевичем сделали по 2 дороги. Все стараются сделать все в срок, поэтому некоторые наши работники получили срок. Значит, наша компания занимается ямочным ремонтом панелей. Это надо смотреть, да. Что работает? Тепличка работает, спрашивает. Ну, петличка, тепличка, какая разница. Здравствуйте, я руководитель компании «О, кладем на асфальт». Значит, за что хотелось сказать в первую очередь? Во вторую очередь, из городского бюджета, значит, было выделено 2 миллиарда рублей на строительство дорог. И мы уже с утра с Виктором Геннадьевичем сделали по 2 дороги. Ну, надо было тогда в очках быть. Стараются сделать все в срок, поэтому некоторые наши работники получили срок. Значит, наша компания занимается ямочным ремонтом по новейшей технологии, используя органические материалы. Ладно, интересно, нашли, да, такую картину. А он этот еще, блин, как же он, Пиздоболов, что ли, у него фамилия, депутат вот от народа, да. Есть такое видео, выпадало на, знаешь, такое прям, да, как будто какого-то нашли вот человека давным-давно, пьющего очень серьезно. Ну, этот, Нарышкин. Нарышкин, да, Нарышкин, да. Депутат Нарышкин. И все, потом переобулся же, это. Стал хорошим? Нет, его подтянули за это, то, что он начал, издевался над властями, и потом рекомендовал. Вот пока вы там, говорит, занимаетесь ерундой, наше предприятие шьет противоосколочную броню для СВО, там, участия в СВО. Вот крайнее видео у него было, вот он... Ну, на самом деле шил? Нет, он просто прорекламировался. Не надо критиковать власть, а надо всячески помочь в такое смутное время. Но он не делал, он не шел. А его подругу, которая там этот, типа Ирина Волк, которая там в звании чемпионов. А, прям алкоголичка такая. Там вообще просто конченая какая-то. Ее осудили за это. По административке, за использование формы одежды, да. Лицом нет. Не, вообще он забавно там это, я помню, кого-то они задерживали, там что-то выстреливали в это видео. Насадили, сейчас я, блин, если найду. Не, ну этот, всегда нужны критики, скомороки, клоуны, циркачи, блин. Просто выгодны. А оказывается, не всегда. Не, они всегда нужны, же не для всех.
Также мы понимаем, что когда это касается его хорошего... Панин в этом обосрался. Панин? В Таллине. Панин, Панин. Панин, блин? Там навалил кучу возле частного дома. Как он? Просто вот там. И вроде как его задержат и экстрадируют. Сюда? Да, да. Бля, если этого сука не посадят, то ебану, блядь, это вообще... А мне кажется, там вообще ему ничего не страшно. Если там уже побывал нога человека на Луне еще. Нет, там, нет. На Марсе он... не было, а в нем было. Почему? Он долбоёб, его убить или лечить надо. Просто, представляешь, на Марсе не было ноги человека, а в нем было. Его на собак не было. Он собак, да. И так и тоже было. Собака большой алабай на этом. Здорово, Сергей. Здорово, здорово. Братан, Дмитрий, ну вот что это? Административный сейчас. Столько секунд вы это? Что 17 лет вообще нельзя? Сюда? Да. Вообще, общеобразовательные и спортивные организации запрет. Администрация Самарской области. Интеровирусная инфекция. Договариваться, я не хочу, чтобы сейчас, не дай бог, чем сейчас звонить будут, значит, не поймут. Давай, пойдем. Молодец, ну папка тебя сейчас этот, обратно возьмет. Пойдем, пойдем, мы сейчас в другое место пойдем ставить. Ну, нас здесь Сережа не пускает. Да почему дядя Сережа не пускает? Не пускает высшие власти. Я понял, да. Власти мужчины. Может быть, и он, я не знаю. Где нос испачкать? Савелий, иди поздоровайся, пойдем поздоровайся. Ну, это самое. Ты где нос испачкать? Пойдем потянемся. Иди зеркало посмотри. Как же так? А как же спортивные занятия? Вот, мы сейчас. Подожди, я вот тэквондо, айкидо. Все с 17 лет. И выше, и могут. До 17 лет никого нет. Карантин, что ли? Да. А, карантин. А, это не грязный, это рано, что ли? Да. Ё-моё. Ограничение именно на посещение помещений детей до 17 лет. Карантин, это энтеровирус? Энтеровирус, да. Я сначала обрадовался, а потом обрадовался и вспомнил, что я сейчас, когда я был хрипнул. Это
Тусит, не тусит, но свое мнение он высказывал. Участие. Свои. А, свое участие? Подожди, а этот как его? Прошлого мероприятия не было. Вот мой Вадь Кулешов и, блин, забыл еще один. Короче, мы там на бустах играли. Леня Сычев. Не, не помню. И драться будет. Они с этими, как с Мишей, но ваши дружи забыли. Северный человек и да, да. Янин. Да, да, Янин, да. Ну там другая организация, там Северный человек. Ну они там это самое, в общем, близко там. Ну, что-то в последнее время наоборот далеко как-то. Братишка, они близки по мышлению, как бы, то есть. Изучаешь этих самых микробов? Энтеровирус? Да. Ну, анализ, спектральный анализ. Там 16 числа будет русский забавы. Где? Кемпинг Натура. А? Кемпинг Натура. Кемпинг Натура, ты где? Это за Роджером, за деловыми линиями, где домостроитель, Должина. В сторону Меки или в сторону Пробуждения? В сторону Песков. Город Пески. Роджер. Значит, через Гагарина, да? Наворот-город, да. Либо отсюда, это через став заехать от моста. А у Вадика Кулешова висит там что-то на дисплее? Должно быть, да. 16 числа. Там русский забав. У этого товарища висит? У этого товарища, возможно, нет, но я просто сбрасывал пост. Мне надо есть повесить. А мы-то, у нас редко что висит. Просто есть информация. Висит, это вообще плохо. Если я знаю, просто у меня один аккаунт включен, если я знаю каких-то таких серьезных, я обычно пиар отлично от себя делаю. Потому что если просто репост делаешь, там 20 посмотришь. Ты делаешь от себя, там 500 посмотришь. Просто разница есть. Но это надо делать, но мы как бы, видишь, это нельзя. Ну, мы можем сбросить себе постер, тебе сбросить в аккаунт постер, и ты разместишь у себя. Как у Жени есть? Ой, Женя, ну, ой, Женя. Аладдин! Аладдин, да? Я всех перебрал. Аладдин. СКК вместе есть у тебя, друзья? Конечно. Значит, найти Евгений Ким. Да ты, наверное, даже у меня в друзьях. Ким, Аладдин, Ким, Аладдин должен быть. Не знаю, я могу тебя пустить с другой страницы. Или Ин, у тебя есть Евгений Ин? Или Женя Ин, да. У тебя должен быть или Евгений Ин, или Евгений Ким. В общем, найди лучше Евгений Ким, потому что я его никак не активирую. Евгений Ким. Да. Мы даже с тобой переписывались. Шива, Шива, как тебя зовут? Захар Петров я в Инстаграме, в ВКонтакте. В ВКонтакте Захар Петров. Да. Вполне возможно. Он же Петр Захаров. Он же Петр Захаров, только это игра слов. Только наоборот. Да, нет, там... Он же Петр Захаров, только наоборот. Приезжай. Сейчас постарайся, если получится. Да это даже у меня в друзьях есть такое. Все у нас в учаде в институте военном был Серега Захаров. Все, ой. Я просто сам действующий сотрудник, поэтому как бы мне вообще нельзя эти все аккаунты там. Поэтому все пережил. Слушай, у меня друзья, куча людей вот, из Генштаба, из МЧС, из Министерства обороны, они все под большими. Ну, конечно, я, так и есть, потому что да, запрещай все это дело. С кем я учился, военный, с Уборовским. Подрастаю. Я сейчас тебе постер сброшу. Да, постер сброшу просто, да, и я размещу. Попробую на одном аккаунте, получится на двух. Да попробуй, приди. Ну попытайся попробуй. Может, Савельев, пожалуйста. 16 числа, 15:00, это суббота, следующая. 3 часов. Если я здесь на работе, я приеду. Братан, обуви, слышь меня? Послушай. Все, мы погнали. Савельев, погнали. Савельев, погоди, послушай, послушай. В обуви не ходи, ругаться буду. Постоп. Стоп, слышишь меня? Слышишь меня? Да. Точно? Молодец. Все, постер я сбросил, который именно вот это. Пойдем. Научишься, когда будешь ободрить снимать, этот. Если получится сегодня приходить, приходи. Если вдруг ты тоже с ним упал, что на велосипеде? Чего поцарапанное? Он поцарапанный, и я. И ты тоже. Что за кровь? Я поцарапанный. Удивишься? Вот, на русском вызову приводи. Файтинг, да. Приводи. Я тебе скажу даже больше, у нас файтинги такие же, но что я устаю, а она еще может. Ну, хорошо, там смотрим женский байк. У нас есть чемпионка Евразии. Я со своим день делюсь, наверное, за что, как я люблю какие-то. А ты Полина? За то, что у нее крепкий удар. Полина? Жень, ты тоже там уже? А? Ты тоже домой? Я потихонечку буду не домой, а там русская гузатая мужиков же. Да,
хороший, что там для всех? Нет, нет, женщины просто хлопают или участвуют? Не, можно там молодец сказать. Посмотри, там лигуза, там русские забавы. Он сейчас пойдет с ним пообщаешься. А, забавы. Там русские забавы. И там написано будет, там стенка будет, на мешках, детские, семейные, народные игры. Лёшка Москвичёв будет там? А? Лёшка Москвичёв. Я не знаю. Гусли будут, барабаны будут. Фестиваль. Да. В конце уже, кто хочет именно этот, своей молодецкой удали. Сейчас я парни с вами выйду, кофейку возьму. Ну, мы делали такие фишки когда-то.